Ульяновский театр юного зрителя «Небольшой театр» приехал с гастролей из Южной Осетии. Нашу труппу радушно принял коллектив Государственного театра имени Костыля Ивановича Хитогурова. На театральных подмостках ульяновцы показали такие спектакли, как «История одного похищения», «Как Лапшо человеком стал» и две премьеры этого сезона «Солнце, муха, крокодил» и «Лучшее, что было в моей жизни». Я думаю, горящие глаза зрителей, вдохновенные лица, которые мы видели после спектакля, говорят о том, что эта поездка состоялась не зря, эта поездка состоялась в очень нужное время, эта поездка обогатила и нашу труппу, и труппу Юго-Осетинского театра, и обогатила зрителей тем, что они увидели, может быть, для них совсем другой театр, совсем другие режиссерские ходы. За время гастролей творчество небольшого театра увидели почти 2000 зрителей. Дети и взрослые с восторгом оценили творчество ульяновских артистов. Юные зрители выскакивали со своих мест и подтанцовывали с актерами. А взрослые отметили ту искренность и те чувства, которые передали им артисты. Надо отметить эмоциональность детей юго-осетинских. И когда артисты наши пускались в пляс, то дети юго-осетинские не могли усидеть на месте. Они тут же рядом с артистами танцевали. А поскольку у спектакля такой камерный формат, и все это происходит прям вот буквально в шаговой доступности зрителя от артистов, то это было очень ярко, это было очень интересно и незабываемо. Коллектив Юго-Осетинского государственного театра признался, что они ждали эти гастроли с 2008 года. Осенью следующего года мы уже ждем гостей к себе на открытие нового здания небольшого театра. Ну а к Новому году для наших зрителей будут подготовлены еще 3 постановки. Большой секрет для маленькой компании – еще не вечер, и нам 21. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.